Берин! Я все, пизда. Журналисты, быстро забрали! Арест, на руке пизда. Вообще мрачно, вон Берин. Это Слышь, их, да? Быш, да. Я его гандоном прям на голову упор распуягал, вот твою. Красиво, обнять руку на. Сейчас. Что? Дорога. Что случилось? Дорога всегда быстро разбита. Да. Она на нем где-то. Где с одной упали? Со мной. Куда-то прилетало? Близко от мотоволки. Приходите на мотоволку. Да нет. Вон вышка. Вон вышка падает. Они живые, блядь. Вышка подбили. Братан, тебе с ребята встал патрон, а? Я не могу, рука. Давай. Встал патрон. Че ж вы еще поздно-то приехали? 0.93. А тебе с кем надо быть? Может, он опять попрятан? Че он постенит? Водила, какой ж мы нахуй на 300, но он сейчас коня двинет. Кто в машине, мужики? Кто в машине? Укроп. Арест. Не гражданский. Они сейчас не угомонят, там же нахуй. Они банат могут. А ваша на той стороне, да, братан? Кто? На той стороне ваша. Кто? Я же вообще не отсюда. Я проводил его. Все, в ту сторону. Что за тебя? Голова болит. Они вышку сбили. Брат, ничего с собой нет. Ехали на разведку. Ничего не брали. А что надо? Ситрамона ничего не будет. Вам полмашины или как? Блядь. Это что? Да. Вот. Пополам, по шкалу. А, тебе головной боли. Сейчас ты да. Подожди. Подожди. А что, пошел? Гребаные ухо. А тут раз сумка была такая тяжелая, что ужас. Привет, Порошенко. Один из этих твой. Как обычно сало. Скажи копейки из Донецка, сука. Из Ростова, это тоже вот такой. Из Ростова, вот такой. Я что такое красивое? Откуда? Позитив, позитив. Неужели ты думаешь, что я знаю, кто их открывает? Пацаны, кабура от ПМа есть у кого-то там? Да! Ангел, если кто-то трофейное, блядь, я его в грязь брошу, как гитлеровские стандарты бросали. Считаю, имею полное право. Журналисты, быстро. Все, прыгаем, едем. Да, быстро. Населенный пункт, удерживая который, мы полностью блокировали сообщение Дебальцевского котла с основной группировкой вооруженных сил Украины. Моя рота, ее задача была поставлена захват этого села неожиданно для противника под прикрытием артиллерийской подготовки. Скрытное выдвижение, то есть было ночью осуществлено, и под прикрытием артиллерийской подготовки они сблизились как можно ближе с противником и неожиданно для противника ударили по нему со стороны Дебальцево. И в результате скоротечного огневого контакта весь противник, находящийся в селе, был уничтожен с помощью стрелкового оружия, гранат и ручных противотанковых гранатометов. Там сложилась такая ситуация, что мы настолько неожиданно и быстро захватили этот населенный пункт, что противник даже не успел доложить о том, что он захвачен, населенный пункт. После того, как я прибыл туда с резервом, привел туда резервы, технику, вот, проводил до этого населенного пункта, я даже сам лично пришлось принять участие в огневом контакте, поскольку по этой дороге я случал сообщение в сторону Дебальцева, так и из Дебальцевского котла. Поэтому противник до сих пор некоторые, видать, не верит в то, что населенный пункт. Два полковника было уничтожено. Символично надписью «УКРОП» на автомобиле марки УАЗ-469. У одного из военнослужащих, этих поставленных офицеров, при себе находилась выписка из приказа о том, что он назначен первым заместителем начальника АТО. Не буду показывать.
Парни, бинты. Это не сильно помогает.